Доброго вечора, шановні телеглядачі! З вами черговий випуск програми «Молодіжний клуб». Сьогодні ви дізнаєтесь результати відкритого чемпіонату з КВК, що проходив в концерт-холі «Юність», а також ми вам розкажемо дещо детальніше про Миколаївський молодіжний театр «Стук». Не перемикайтесь, далі буде найцікавіше. Традиції клубу веселих і пітливих знову відроджуються в Миколаєві. Сьогодні в концерт-холі «Юність» проходить відкритий чемпіонат. Чи будуть миколаївські глядачі сміятись до сліз, побачимо далі. А глядачі сміялись, повірте. 5 команд боролись за перемогу у фіналі відкритого чемпіонату КВК. Тому учасники використали весь свій стратегічний запас найсмішніших жартів. Крім миколаївських, за перемогу боролись також команди з Херсону та Одеси. І хоч вони й приїжджі, жартували про Миколаїв не гірше місцевих. Але про гру згодом. Перед початком фіналу ми поспілкувалися з деякими учасниками за кулісами про їх мрії, про життя і спробували відшукати рецепт ідеального жарту. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Це ваша прем'єра чи у вас вже є якийсь досвід? Как бы с этим составом, конечно, есть опыт. И у каждого там и 5-летний, 10-летний опыт. То есть вот такое вот. Что, к чему вообще стремитесь? Какова ваша цель? Выиграть. Эту игру выиграть, там не знаю. Там дальше аграрная лига идет. Ну, это уже не сейчас рассказывать. По твоему мнению, рецепт удачной шутки, такая, чтобы она была смешна всем? Соль, сахар и немножко притрусить там перцем, не знаю, такое что. Хорошо. Как ты думаешь, сегодня у николаевского зрителя вообще есть интерес к КВН? Конечно, аншлаг на билеты просто бешеный, не знаю. Мы думали, не продадим, ползала будет, полностью зал забит будет. А ще в безкінечних просторах за кулісся ми зустріли унікальну команду, яка складається з двох людей – чоловіка та дружини. Миколаївці Наталія і Сергій живуть разом, виховують дитину разом і жартують вони також разом. О чем вы сегодня будете шутить? Единственная команда, в которой играет муж и жена, будет шутить, естественно, про семейный КВН. Окей. Какой, по вашему мнению, рецепт удачной шутки, чтобы она была смешна всем? Сначала нужно выйти замуж, либо жениться, а уже потом будут рождаться смешные шутки. А есть ли у вас юмор, который вот, вы шутите на сцене? Вот юмор, который вы шутите на сцене, он принесен из личного опыта, то есть вы берете свои шутки из жизни и придумываете? Я пойду помоюсь пока. На синхрон не подойдет, он ничего не вырежет из тебя. А, холодная, холодная! Вы представляете, насколько у меня тяжело психологическая жизнь рядом с таким мужем? Просто, пожалуйста, служба спасения, кто там, Артур, спаси меня. Собственно, таким образом мы и поговорили с командой, только с тобой вдвоем. Вячеслав грає у команді «Зверніть увагу». І він єдиний представник чоловічої статі у цій команді. Тож мені було особливо цікаво, як це – грати на сцені виключно з дівчатами. Тобто ти один в команді з одними дівчатами, так? Да, они мне позвали, говорит, чувак, ты красавчик, говорит, ты похож на девочку, но давай с нами. Окей, теперь расскажи, как попасть в такую команду. О, чувак, просто ты столько надо пройти кругов ада, тоналки, макияжа, просто шуток. Просто нужно шутить, как девочке нравится, девочкам нравится, и все, они твои, понимаешь? То есть ты во власти девочек, грубо говоря, да? Конечно! Да. Феминисты сегодня были в восторге от этого. Слушай, ну ты вот договоришь, тоналки, шутки, все. Есть ли какие-то плюсы в том, что ты работаешь с одними девочками? Я тебе хочу сказать, что с девчонками намного круче поржать, чем с... Ну вот, я сравниваю с пацанами, как мы команду делали раньше, играли. А с девками это просто не такие гончие. Вот особенно наша команда, обратите внимание, просто мы собираемся на репетиции, настолько девки отдаются этому всему, они просто вот такие вот. И как, слушай, ты вот работаешь, да, с девушками, шутишь, получилось ли тебе понять женскую логику? И... нет. Вообще крутые девочки, то есть, и все у них будет хорошо, они сегодня победят. Окей, и рецепт удачной хорошей шутки. О, рецепт удачной хорошей, ее вообще нужно вынашивать очень много, там, тупо просто посмотрел на человека и пошутил. То есть, если в нем нет шутки, то есть ты на него не смотришь.
Шутка это такое, это жизнь, действительно. У нас такой вот юмор, еще плюс женский. Женская логика это вот такое. Натомість одна з численних дівчат із команди «Зверніть увагу» зі своєї сторони розказала про співпрацю з В'ячеславом. Ми розмовляли тільки що з вашим єдиним представителем мужского пола, да, я так понял, из вашей команды. А, окей, он говорил о, как бы со своей точки зрения о плюсах и минусах работы с вами. Теперь вы расскажите, как вам, девушкам, работается с единственным мальчиком в вашей команде? Ну, это единственный адекватный человек, который разбаранит, который будет какую-то точку компромисса искать, потому что кто играет в команде, кто играет в этой сценке, какие-то между собойчики женские, это тот человек, который скажет, так, стоп, девочки, успокойтесь, который, даже сегодня я нервничаю ужасно, за слова, за сценки, чтобы не забыть, это тот человек, который пойдет и скажет, так, успокойся, все нормально. То есть, ну, маленький адекват в нашей команде. Подкалываете вы ли его как-то, разыгрываете, что-то есть такое? Он новый человек в команде, поэтому пока не удавалось, но все впереди. То есть, мы, он уже в нашей команде, пригласили его играть за нас, и все впереди, я думаю. Мы его так просто не оставим. Окей. Какие у вас вообще цели, вот, чего вы хотите достичь вот, своей командой? Прежде всего, раскрепоститься, и это что-то новое в жизни. Хочется просто не просто там учиться, работать, гулять, заниматься хобби. КВН – это какая-то вторая жизнь, и хочется просто всего в этой жизни попробовать. А КВН – это что-то уже теплое, и даже вот эта сцена, она уже настолько родная, что это запах, атмосфера, смех. Ну, это просто круто, и этим хочется жить. Мы очень ждали в Николаеве наконец-то, когда это уже сбылось. Я задалбывала всех, кого видела, когда КВН в Николаеве. Наконец-то он появился, мы очень рады. Итак, еще вопрос, по вашему мнению, какие шутки какого вида, собственно, более, ну, как бы такие, имеют форму универсальности? То есть это политические шутки или, может быть, бытового уровня? То есть какие шутки как бы актуальны всегда и будут всегда смешны? Я думаю, те шутки, которые происходят в жизни, вот мой партнер сказал правильно. Ну, политические шутки, естественно, всегда актуальны, потому что политика, она была, есть и будет. Но она не всегда уместна, так как вы знаете нашу ситуацию в стране. А про бытовые шутки, про то, что, вот, допустим, сейчас что-то новое, вышла новая песня, какие-то события именно там звездной жизни и тому подобное, всегда будет на слуху, оно актуально. Те же блондинки и тому подобное, просто нужно искать что-то новое, эдакое, потому что, допустим, про блондинок уже вот здесь всем, нужно искать то, что еще будет смешно людям. Що ж, як бачите, шановні телеглядачі, рецепту ідеального жарту не існує. А у фіналі відкритого чемпіонату Миколаєва перемогли, до речі, гості з Одеси, команда колишні. Тож, вітаємо переможців, а всім іншим учасникам бажаємо успіхів та наснаги. Ну а ми рухаємось далі. Що ви уявляєте при слові «стук»? Правильно, звук. Характерний звук, який чуєте, коли стукаєте у двері. Я ж уявляю Миколаївський молодіжний театр, який близько 14 років успішно функціонує в Миколаєві та за його межами. Ми зустрілись та поговорили з акторами цього театру та його засновником Артемом Свістуном. І сьогодні молодіжний клуб дещо привідкриє вам завісу молодіжного театрального життя. Ви дізнаєтесь відношення акторів до сучасного мистецтва, дізнаєтесь, які образи вони люблять втілювати на сцені, і ще багато цікавого почуєте від них. Артем Свістун створив «Стук», ще будучи сам студентом. За цей час з театру вийшло декілька поколінь талановитих акторів і хореографів. Ну, «Стук» – це дітище, да? Як багато говорять, коли створюєш колектив, це вот рождається організм, особливо це театральний колектив. Це було в 2001 році, я був ще студентом університету культури Миколаївського філіалу, і вирішили, чому б в місті Миколаєві на базі університету культури не образувати студентський театр. Аббревиатура «Студенческий театр Университета культуры «Стук» вот как бы и послужила созданием этого коллектива. А в последующем мы получили статус народного коллектива. Я перешел работать в городское управление культуры директором метод-центра, и он стал городским народным молодежным театром. И сейчас, вот, проходя этапы развития, подтверждения, развития и работы театра, он стал городским молодежным народным театром «Стук». Базируемся мы на базе Николаевского городского дворца культуры и искусств и Николаевский филиал Киевского Национального университета культуры и искусств. Очень приятно, что многие студенты и ребята, которые сегодня пришли на «Капустник», они выходцы из театра, да, они проходили школу жизни, фестивали, они где-то работают в профессиональных театрах. Очень приятно, что первый балетмейстер Денис Могилев у нас сейчас работает в Мюнхенском театре. И некоторые ребята работают в Украинском академическом театре, в Русском драматическом и академическом театре. И это приятно, что плеяда аматоров становится, последующие, получая профессию, становятся профессиональными артистами. Ну вот Александра Каличко, которая, мы пригласили артистку из театра,
театра, потому что роль душечки в спектакле в джазе не только девушки, в джазе только девушки, да, и мы решили поставить в джазе не только девушки, это очень сложно, да, и многие зрители, которые всегда возникает ассоциация оригинал, фильм, вот, но вообще работа движется, да, и молодежный театр, он всегда полон непредсказуемых моментов, и это школа жизни, и ребята получают актерское мастерство, сценическую речь, пластику. С ними работают прекрасные педагоги. Вот и крестная мама, как уже говорилось, заслуженная артистка Украины Сталина Лагошняк, Виктор Леонидович Мозговой, он сейчас режиссер-постановщик в театре, Николай Михайлович Ларионов, он зав художественной части, который знает практически весь город его. Это плеяда тех педагогов, артистов театра, которые работают с студентами, аматорами и создают вот подобный проект, который мы с вами видим. Максим Подгайко вже четвертий сезон працює в театрі «Стук». І на його велике переконання, сьогодні театру взагалі, як виду мистецтва, потрібно щось нове. Классикою, на его думку, уже никого не здивуешь. Вы несколько сезонов отработали, то есть играли разные роли. Возможно, есть у вас какой-то любимый спектакль и ваша любимая роль, которую воплощали, или образ, который воплощали на сцене? Ну, любимый спектакль и любимая роль, к сожалению, не одно и то же, потому что любимый спектакль в нашем театре – это «Страсти по Трочалову», один из самых культовых, на мой взгляд. А любимая роль – ну, наверное, роль Антонио в спектакле «Верона. Еще одна история любви». Скажите, вот еще такой вопрос. Ну, когда вот появилось телевидение, да, был такой стереотип, что оно вытеснит полностью театр, что люди перестанут ходить в театр, все будут дома телевизор сидеть. Как видим, такого не произошло. Как вы думаете, сегодня, вот в 21 веке, век информационных технологий, люди по-прежнему, у них как бы остался тот же интерес к театру, что и раньше? Или, может быть, сейчас вот эти информационные технологии вытесняют? Я думаю, что информационные технологии и телевидение в том числе не вытеснят никогда театр, потому что, ну, один из главных факторов, можно прийти на любой спектакль, даже в наш театр, и увидеть заполненность зала. То есть залы никогда не бывают даже наполовину заполнены, всегда у нас полный аншлаг, бывают даже приставные стульчики, потому что не хватает мест. Ну и сравнивать эти два вида искусства, как телевидение и театр, нельзя, потому что театр все-таки искусство живое. Зритель может напрямую общаться с актером, видеть его эмоции вживую. Это не картинка на телевидении, которая уже отшлифованная, отредактированная. Это по-настоящему. Поэтому я думаю, что ценители, любители и понимающие люди, которые верят в театр, которые хотят дружить с театром, они будут, есть, были и останутся. А Ірина Шатур – сторожил театру. Вона прийшла працювати сюди більше 10 років тому. И что, собственно, изменилось вот за эти годы, с того момента, когда вы пришли до сегодняшнего дня? Поменялось. Я скажу, что поменялось отношение. Поменялся уровень. Да. Театр «Стук» начинал с авторских работ. Ребята ставили исключительно собственное сочинение пьесы. Сегодня спектакль, который пользуется сумасшедшим спросом, я такого не помню за 15 лет, чтобы на стуковский спектакль было тяжело добыть билеты. Я этому очень рада. Вот качественно «Стук» поменялся. А, да, и скажите, пожалуйста, как вы, ну вот ваше, опять же, мнение, субъективное мнение, как вы относитесь вот к современному искусству, то есть современное искусство, оно есть, собственно, и в театре тоже, то есть модерн, всякие постановки. Как вы? Здесь вопрос не в форме, а в содержании. Если зрителю понятно, значит, все хорошо. То есть какими средствами этого добиться. Но зритель должен понимать то, что происходит. Нужно уметь донести до зрителя то, что ты хочешь ему сказать. Если этот контакт со зрителем состоялся, то форма, в которую облекается действие, уже, то есть как бы, можно творить все, что угодно. Еще вопрос такой. Скажите, как по вашему мнению, вот николаевского зрителя, николаевская публика, она сегодня, у нее есть интерес вообще к такому виду искусства, как театр, то есть? Ну, честно говоря, ослабевает. На фоне всей этой нервотрепки, всех этих событий, конечно, внимание к искусству вообще, к любому искусству, очень сильно проседает. И вот наша задача, задача молодых актеров, не дать этому осуществиться, чтобы театр жил, чтобы люди продолжали интересоваться искусством и получать от этого удовольствие. Как актеры, так и зрители. Варто зазначити, що ставлення до сучасного мистецтва і в тому числі до сучасного театру у акторів різне. Але про це далі.
А наразі ми поговорили про мрії і амбіції з двома Наталіями, які займаються хореографією в театрі. Які у вас цілі, мечти, то есть чого ви желаєте, мечтаєте, о чому ви? Ми мечтаємо попасть на большую сцену, танцевать, розвиватися, получать большой опыт, где только можно, так сказать. Ну, танцы – это для нас жизнь наша, да. Мы бы, наверное, хотели провести данный мюзикл по всем городам Украины и, возможно, вывести его куда-нибудь за рубеж, потому что проект достаточно сильный, проект хороший, и хотелось бы показать его как можно большей аудитории. У каждого актера своя история того, как он потрапив у театр. Хтось прийшов сюди з другом за компанію на репетицію і так йому сподобалося, що він тут і залишився. Хтось до цього йшов цілеспрямовано. А ось Олександра з самого дитинства знала, чим вона буде займатися. Адже в неї вся сім'я театральна. Мама співала у хорі, а батько грав в оркестрі. От за те час, що ви тут граєте, виступаєте, є ли у вас, може, якісь образи любимі або спектаклі, в яких ви грали, або образи, які ви воплощали на сцені? Ну, несомненно, роль Душечки – это одна из моих любимых ролей. Ну, во-первых, потому что она главная. Ну, мне было очень легко работать с ребятами. От партнеров много зависит. Вот Жене Блюменфельду спасибо, Шойка Юра. Они замечательные, они мне очень сильно помогли. И как-то я очень быстро влилась. Чисто с моральной точки зрения мне было легко с ними. Еще любимая роль в спектакле «Дикарь» – роль Марги. Ну, любимая, наверное, потому что я с нее начинала. Это трудно забыть. Вот. Когда вы в театр пришли, да, в русский, это роль ваша первая была? Ну, такая из больших, да, это первая роль. Ну, по вашему мнению, вот у николаевского зрителя сегодня есть ли интерес к театру? Вот, как вы наблюдаете? Я могу судить только по реакции зала. Я думаю, несомненно, театр это становится модным. Зіграти Гамлета або вийти на сцену на 10 секунд, щоб винести газету. У будь-якому разі, в образ, який ти граєш, потрібно втілитися. Про особливості перевтілення ми поговорили з ще одним актором театру. В «Стук» я попав, коли вчився в Інституті культури. І це відбувалося, якщо мені не зміняє пам'ять, в 2009 році. Вот, начались перші постановки, перше участь в різних театральних проєктах. Привлечение к театральным проектам вот, в Русском драматическом театре, предположим, в общегородских мероприятиях, площадных, может быть, каких-нибудь приуроченных к какой-нибудь дате, какому-нибудь празднику, ну, в таком духе. Что для вас вообще «Стук»? Вот это? Ну, вы знаете, в первую очередь, это, давайте, наверное, посмотрим с ракурса не театра, а вот это как большая семья. Вот, потому что здесь всегда можно найти какого-то рода поддержку, здесь всегда тебя выслушают в случае какой-то неурядицы. Вот. Но, конечно, это огромная, на самом деле, огромная площадка опыта для любого человека, который хочет остаться в сфере искусства, в сфере культуры, подтянуть свои знания в театральной сфере, в театральном искусстве. Это просто незабываемый и опыт, который невозможно описать просто словами. Варто зазначити, що ми прийшли не просто на звичайну репетицію, а на так званий капусник. Це така стара традиція в театрі, коли всі актори, які грають в постановці, повністю міняються своїми ролями і грають зовсім інших персонажів. А запрошують на це все подивитись своїх найближчих знайомих і інших акторів театру. Мені кажется, наверное, у кожного актера є якась мечта воплотити якийсь образ на сцені або зіграти якусь п'єсу, от яка йому дуже подобається. От у вас є така мечта? Є ли щось, кого ви хотіли зіграти, або якась п'єса, в яку ви хотіли зіграти? Ну, возможно, как раз-таки сегодня вот на посвящении, то есть возможность капустника, то есть возможность где-то расслабиться, где-то позволить себе того, чего ты хотела. И, ну, вот, наверное, я давно хотела сыграть, пробовать себя в роли, там, вот, допустим, мужчины, потому что, ну, я как бы сама по себе считаю себя девушкой такой больше за равноправие, то есть, и, ну, я считаю, что, ну, вот я хотела вот это, и как бы сегодня вот у меня появилась такая возможность играть. Но это один из, наверное, один из пунктов, который вот я бы хотела бы воплотить вот сегодня. Как раз сбывается мечта. Хорошо, тогда еще скажите такой вопрос. Вот как, по вашему мнению,
сегодня в современном мире, как бы, да, есть противостояние такой, как бы, массовой культуры и, сказать, высокой культуры, то есть искусство, в том числе литература. Как, по вашему мнению, кто выиграет в этом противостоянии? То есть все-таки массовая культура, интернет, телевидение или театры, кино, литература, да, дают отпор, как бы? Но мне кажется, все равно в современном мире должен преобладать некий такой баланс, знаете, между тем и другим. Как бы есть люди, у которых одно получается намного лучше, чем другое. То есть те же там журналисты, я не знаю, масс-медиа, там сценическая культура, то есть именно вот эстрадные и театры. То есть, ну, нужно как человеку для саморазвития нужно знать все, быть обознанным во всем и знать всего по чуть-чуть. И чтобы как бы век живи, век учись. Хорошо. И вот мы разговаривали с вашим коллегом, он говорит, да, Евгением, вот, он говорил, что воплощает какой-то образ на сцене, да, то есть он вживается в этот образ, вот, а в обычной жизни, ну, он как бы бывает иногда отвечает какими-то фразами из своего образа, из пьесы, да, но он как бы старается, в принципе, оставлять его на сцене, то есть в жизни обычной Евгении. Как вы, вот, если вживаетесь в какой-то образ, вы берете потом из этого сценического образа какие-то элементы в свою жизнь, или вы вот так же сама отыграли, и все, и в жизни вы обычный человек? Ну, наверное, вот моя настоящая роль, которую я играю именно в этом спектакле, она, наверное, где-то вот сходится со мной, какая есть в жизни. Я вспыльчивая, импульсивная, люблю командовать, да, ну, как бы я признаю это, и, ну, наверное, в жизни действительно это применяю. Я применяла это до этого, и поэтому, как бы, когда вот мне дали роль, режиссер меня так увидел, и, наверное, мне было легко воплотиться все-таки в этот образ. И скорее вот, сколько вот мы уже 5 спектаклей сыграли, и, наверное, вот уже после 5 спектаклей как-то вот я вот уже умеряю свой пыл и понимаю, что, наверное, где были мои ошибки в жизни. Всі, мабуть, коли відвідували міські заходи, бачили хоча б раз живі статуї. Так ось, ми поговорили з акторами, які грають цих живих статуй, і вони з нами поділились своїми емоціями, які вони переживають, коли нерухомо ось так стоять на вулиці. Скажите, вот стук, да, они часто, когда какие-то мероприятия в городе происходят, они вот в виде живых статуй стоят в городе. А вот у вас, как у актеров, как бы интересно такое ощущение, как, каково оно вот так вот простоять, не двигаясь, в бездвижном состоянии, какие-то, может быть, ощущения, что в этом момент? Мы испытываем в этот момент большую жажду попить, вот, очень тяжело. Вот. И, ну, для нас самое главное, чтобы люди нас воспринимали так, как им, вот, не могу даже передать это все, да, вот, чтобы они смотрели, ну, удовлетворение какое-то, да, вот, красиво, понимаете, а то, что там тяжело, очень тяжело, все потом болит, конечно, но главное, чтобы все люди были довольны, им просто нравилось, дети особенно, ой. Дети так радуются, вот когда вот подходит ребятенок какой-то, и ты стоишь там просто не двигаясь уже, наверное, минут 40 просто. Вот, это большое искусство. И ребятенок тебя смотрит, и ты просто поднимаешь руку, и он начинает тебя смотреть так сильно. Очень, очень круто. Очень, эмоции очень такие приносят просто, даже что я могу сказать. Вот, а вы как девушка, вот вам, я думаю, вдвойне сложнее как-то. Я не знаю насчет сложнее, я просто, наверное, привыкла, но я согласна с Андреем, когда стоишь, уже устал и какой-то комментарий услышал, как будто новые силы. То есть, пусть люди подходят, говорят вам приятные слова, да? Да, ты все слышишь, а шевелиться ты не можешь, просто ты глаза опустил вот так вот и стоишь, и люди говорят, что вот смотри, какие молодцы, как тяжело, и они правы. Вот. Ну, ты стоишь уже там 3 часа там какие-то. Но это все равно, это заряжает сильно. Емоції людей сильно заряжают. А ще нам вдалося поговорити зі справжньою легендою театру. Заслуженою артисткою України і хрещеною мамою, як її тут ласкаво називають, театру «Стук». Актрисою Сталиною Лагошняк. Вона розказала, як змінився театр за той час, що вона у ньому працює, а також ексклюзивно для глядачів молодіжного клубу вона ділиться своїми професіональними порадами. За это время что-то изменилось вот, в театральном виде искусства, то есть 57 лет, довольно большой промежуток времени. Что поменялось, может быть, за это время?
Ну, я работала сначала в Тернополе, меня пригласили после театрального в Украинском театре. Потом я работала здесь, в нашем Украинском театре. И главный режиссер когда-то Литко, его перевели сюда, и он забрал меня, еще там несколько человек. Хочу сказать, что очень много изменилось. Изменилось то, что сейчас люди все-таки как-то самостоятельно идут в театр. Потому что раньше по организациям агитировали, билеты продавали профсоюзам, школы как бы принудительно ходили в театр. Сейчас этого, может быть, и есть, но очень мало. Люди хотят новой жизни, хотят много знать. Они интересуются не только о спектаклях, не только о проблеме материала, который театр показывает, и интересуется жизнью актеров, режиссеров, то есть идет полноценная, обоюдная жизнь города и театра, города и актеров, режиссеров. Вот так я бы сказала. Я когда получаю роль, я когда выслушиваю режиссера, что он хотел бы вообще спектаклем, и в частности моим образом, то я все время читаю роль, думаю о ней, иду на работу, иду на рынок, куда еду в маршрутке куда-то, я все время думаю об образе. И так постепенно этот образ становится уже, я уже не я. У меня когда-то было, что я пришла после репетиции домой, сын еще маленький был, и он что-то ко мне стал обращаться, я говорю: Андрюшенька, подожди, дай мне 20 минут отойти от того состояния и прийти к состоянию мамы, хозяйки дома. То есть и так все актрисы, я не знаю, как наши мужчины, но я думаю, что точно так же. То есть все время мозг загружен, сердце загружено той работой, которую ты сейчас готовишь, или которая уже готова, и к которой ты каждый раз готовишься, когда, ну, где-то, может быть, за неделю, там, за две, за четыре дня до спектакля уже начинаешь снова же возвращаться к тому образу, который ты создаешь. Отже, як бачимо, Миколай багатий абсолютно різноманітними талантами. Але актору, як і будь-якій людині при його діяльності, важлива підтримка зі сторони. В даному випадку – підтримка зі сторони глядача. Тож, шановні, ходіть до театру частіше. Повірте, вам сподобається. Ну ось і все, шановні телеглядачі. З вами був черговий випуск програми «Молодіжний клуб». Побачимось рівно через два тижні. До зустрічі!